Здорово! С вами Настольный Сюр, и сегодня мы с вами отправимся в волшебный мир настольной игры «Пенумбра». «Пенумбра» — это отечественное большое и комплексное евро с большим комбо-потенциалом. У меня на обзоре неплохой, но все же прототип настольной игры, потому на качество компонентов мы сегодня внимания не обращаем. Но сами компоненты я вам все же покажу. И у нас здесь 4 двуслойных планшета игроков, 6 магических школьных классов, планшеты города и диких земель, что с обратной стороны превращаются в планшеты подсчета победных очков, большое количество разноцветных кубиков, большое количество разнообразных карт, от заклинаний и зелий до пророчеств и испытаний. Вот такие мини-кубики ресурсов, кубики получения ресурсов и угрозы, а также вот такие метки магии. По сюжету мы почти что отправляемся в первые книги по Гарри Поттеру. Мы ходим на занятия, забегаем в ближайший магический городок, а также проходим всевозможные испытания. В Пенумбре 6 школ магии с их 6 полупрозрачными кубиками и 6 ресурсами. И вся игра крутится вокруг этих элементов. Само игровое поле, как таковое, у нас состоит из города, где мы будем получать заказы, покупать зелья и артефакты, диких земель, где мы будем добывать ресурсы, и 4 из 6 магических классов. Автор рекомендует синий и оранжевый классы пробовать уже после первой партии. Также у нас лежат карты испытаний и карты пророчеств, но к ним мы еще вернемся. Мы же в начале партии выбираем себе персонажа – планшет. Они сами по себе отличаются только визуально. А вот стартовую асимметрию мы приобретаем, получая на выбор одну из 2 карт талантов. Талант же дает нам первую стартовую магическую метку, ресурсы и заклинания. Плюс у нас со старта есть одна джокерная метка – метка искры. Давайте сразу отмечу, что в процессе игры вы будете получать новые метки, и они уже могут отличаться по цвету от вашей стартовой и вашего планшета в принципе. Посмотрим на структуру планшета. Сверху у нас 4 места под артефакты конкретного типа. Чуть ниже памятка вашего отдыха. Еще ниже наши метки, а они это один из важных винтиков вашего движка. По игре вы будете делать вот так. Активируя бонус, что расположен в нижней части этих вытянутых шестигранников. Чуть забегая вперед, скажу, что фиолетовые круги — это стоимость в аметисте для размещения новых меток. Цифры под шестигранниками — это, грубо говоря, места, куда будут попадать атаки врагов. Про это также расскажу. Слева внизу область для ресурсов. У вас не может быть больше 12 каждого вида. Удобно, чего греха таить, иметь такую почти бездонную сумочку Гермионы. Справа область для наших кубов. Это, по сути, наши миплы рабочие. Мы тут в евро играем, как-никак. Снизу область для наших заклинаний и найденные рецепты зелий. Справа же область для сваренных зелий и призванных фамильяров. Собственно, со старта вы получаете 2 простеньких костяных кубика, 1 прозрачный искры и 1 цвета вашей метки. Вы их кидаете и располагаете на своем планшете. Про заклинание. Чтобы произнести заклинание, надо или потратить метку того же цвета в определенной позиции, или потратить необходимые кубики или ресурсы. В игре, по сути, нету раундов. Вы ходите по кругу и делаете по одному действию, пока не закончится игра. В свой же ход вы выполняете одно из 3 доступных действий. Первое, самое основное и популярное, вы размещаете один из своих кубиков на доступное место. Второе, вы идете на испытание. Вы сражаетесь с монстром, чаще всего. А третье действие, вы отдыхаете. Все прочие манипуляции, активация заклинаний, применение артефактов, взаимодействие с метками, применение ресурсов — это бесплатные дополнительные действия, коими вы усиливаете основное. Места, куда вы размещаете свои кубы, бывают разные. Вот сюда можно пойти любым, хоть простеньким костяным. Вот сюда конкретно фиолетовым. Сюда только фиолетовой шестеркой. А вот сюда джокерным кубом. Кубиком искры.
Если что, на картоне отличить базовое место от джокерного будет проще. В магических классах действия одинаковые. Взять кубик конкретного цвета, изучить заклинание этой школы, а также получить новую метку, опять-таки, этой школы. В лесу же мы можем, например, кинуть кубик ресурсов и получить ресурсы. А если быть точным, различные комбинации изумруда, янтаря и иногда яшмы. Плюс здесь мы можем повзаимодействовать с магией крови. На рынке можно купить артефакты, обменять ресурсы по курсу, закупиться зельями, а также выполнить контракты. Контракты дают немного победных очков и помогают собирать сеты. И кажется, что все выглядит довольно доступно, понятно и не очень сложно. Но я еще не рассказал про два важных момента, что объединены одним общим словом – примагия. Во-первых, у каждого куба, каждого цвета есть своя способность, которую вы активируете в той или иной ситуации. Зеленый кубик в лесу дает вам доп. Кубик ресурсов. Красный позволяет чистить занятые локации. А синий в городе выбивает скидку на покупку. Во-вторых, у каждого ресурса есть своя способность. За желтые мы можем обновить ассортимент в классе магии, скажем. Фиолетовый позволит разместиться в локации без ячейки под кубик, а оранжевый позволит вам манипулировать с кубами. И вот тут мозг начинает закипать. У нас есть 6 кубов, видов, помимо костяных и искры. У нас есть 6 видов ресурсов, и у каждого из этих видов есть своя, а то и не одна, способность. Фух. В рамках размещения это все. Давайте перейдем к испытаниям. Слева у испытания его уровень угрозы. Это сколько черных кубиков против нас будет кидать наш сосед. После броска черные кубы будут выбивать такие же ваши кубы из вашего запаса. Тройка выбьет вашу тройку. Но если у вас таких кубов нет, то мы возвращаемся к нашему планшету. Например, пятерка влетает в пятерку. Но у меня в пятерке нету меток магии. Мы увернулись. А если, скажем, выпала единичка, то я метку свою переворачиваю на рану и опускаю вниз. Если я получу сюда еще одну рану, я проиграю схватку и уйду с позором. И минус 3 победными очками. Далее, что еще есть на нашей карте угрозы? По центру всевозможные пассивные неприятные свойства противника. Например, запрещающий нам использовать больше пары заклинаний. Еще правее победные очки. А внизу два пути нашего испытания. Светлый путь и темный. Вы сами решите, каким волшебником быть. Но я рекомендую держаться выбранного вектора. Если уж быть злым, то до конца. Два этих пути требуют от нас сбросить определенную комбинацию определенных кубиков. То есть, чтобы победить, скажем, плащевика, нужно сбросить тройку и четверку на красных и оранжевых кубах. Или суммарно скинуть любых кубов на 14 и больше. А внизу вас ждет долгожданная награда, помимо победных очков. И осталось у нас только последнее действие – отдых. Вы разворачиваете все заклинания, поднимаете все нераненные метки, получаете новые комбинации кубиков, что зависит от ваших меток. Также стоит отметить, что в момент отдыха вы берете кубики в первую очередь не из запаса, а с занятых мест, тем самым освобождая их. А также тянете карту предсказаний. Там встречаются приятные бонусы, доп-способы получения победных очков, испытания и новые триггеры конца игры. Собственно, выполнив один из триггеров, вы доигрываете круг и считаете победные очки. У кого больше всего победных очков, тот им может громко сказать 100 очков Гриффиндору! И знаете, я как-то очень вскользь прошел по заклинаниям. Давайте я вам расскажу про все школы. Красная – рубиновая магия крови. Она взаимодействует с вашими ранами и вашей кровью. Многие заклинания дают вам ресурсы, при этом вы частенько сами раните себя. Оранжевая – янтарная магия звуков. Позволяет закручивать большие цепочки заклинаний, последовательно разыгрывая их одно за другим. Желтая – яшмовая школа защиты и алхимии. Направлена на устранение угрозы и преобразование ресурсов в более ценные.
Зеленая изумрудная магия природы завязана на призыве существ-фамильяров, получении базовых ресурсов и варке зелий. Синяя сапфировая магия разума и времени позволяет манипулировать картами, добирать, резервировать и получать доп. Действия. Фиолетовая аметистовая магия тени, магия воров и ассасинов. Взаимодействует с кубиками угрозы, устраняет негативные свойства противника и даже может активировать не ваши заклинания. Вот такие вот разнообразные школы здесь присутствуют. И пока вы выбираете свою любимую, я расскажу про плюсы и минусы. Минусы. Честно говоря, я здесь нашел только один, и то очень субъективный. Это арты от искусственного интеллекта. Да, они здесь довольно качественные, я не нашел здесь большого количества косяков, но ряд изображений выбиваются по излишней детализации, а какие-то немного выбиваются из общей стилистики. Но отдать должное, в массе своей они все же выглядят хорошо. Плюсы-минусы. Первый — это рандом. Иногда он очень жесток, иногда противник накидывает вам кучу шестерок и вам нечем защищаться. Иногда вам просто не приходят нужные комбинации на кубах. Иногда нужные карточки забирает другой противник, а следующее появление в колоде еще черт знает когда. Но при этом в игре огромный пласт ресурсов и механизмов, которые позволяют нивелировать эти негативные аспекты. Вы можете нивелировать кубы, которые кидает противник. Вы можете прошерстить колоду. Вы можете накрутить кубик нужным значением. То есть на все эти злоключения рандома есть свой ответ. И это безумно круто. Но иногда рандома, ну, очень много, и иногда он просто постоянно против вас. И тогда обидно. И вот потому в плюсах-минусах. Второй же плюс-минус — это комплексность и сложность. Здесь куча всего, куча аспектов, при этом обалденная идея с примагией, что у вас ресурсы не просто расходники, а имеют свои уникальные свойства, и что ваши рабочие тоже имеют уникальные свойства. Это просто обалденно. Но это очень комплексно, это очень комбушно по итогу, и новичкам тяжеловато, и более опытный игрок всегда будет превосходить новичков. Ну, в массе своей. И это тоже стоит иметь в виду. Плюсы. Первый плюс — это обалденный комбо-потенциал. Куча уникальных заклинаний, которые каждая может сработать с другим заклинанием в необычной связке. Всевозможные, да, метки. Ваши примагии, ваши кубики, ваши ресурсики. Все это может просто соединиться в великолепные комбухи. Когда я играл с автором, с Димой, мы вот сидим, играем, и новички там собирают комбо из трех, там иногда четырех элементов. А в какой-то момент выходит Дима и говорит: смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, сделал такое действие. Мы такие... И это поражает. И это поражает каждую партию, когда или вы сами можете такое крутое комбушное чудо провернуть, или так делают ваши оппоненты. Вы им, конечно, завидуете, но все равно ими восхищены. Второй плюс — это реиграбельность. У нас 6 школ, которые выходят не все, и они по-разному синергируют между собой. И школы все разные, разные заклинания. Причем, как вы будете себя вести в той или иной ситуации, тоже по-разному влияет. Какие триггеры конца игры будут выходить в процессе, тоже повлияет. Короче, мне кажется, каждый из вас, ну, кто приобретет игру, захочет сыграть за каждую школу, потом будет их комбинировать, потом захочет повторить какие-то варианты. То есть минимум там на 12-15 партий вам точно контента есть. Вот так вот. И если яичный арт я похаял, то дизайн я хочу похвалить, потому что инфографика здесь очень здоровская. Все понятно, почему, для чего и когда. Главное не забывать, какие здесь в принципе сущности присутствуют. Единственный прокол дизайна, на мой взгляд, это ресурсы, потому что на карточках они помечены как круглые сущности, а по факту они квадратные, кубики. И Дима пояснил, почему так. Если делать жетоны круглыми, их неудобно брать, а если сделать их квадратными на карточках, то обычно люди путаются между кубами с цифрами и кубами с ресурсами. Потому вот такая оказия остается, но понятно теперь почему. И отдельным пунктом я бы выделил испытания и местную боевую систему. Идя
к противнику вы должны быть подготовлены, вы должны набрать побольше заклинаний, защитных желательно, и атакующих. У вас должно быть много кубов, потому что если противник выбьет вам нужные кубы, вам нечем будет проходить дальнейшие испытания. И все это нужно учитывать, и ко всему вы можете быть готовы. Еще один не последний плюс — это крайне приятная цена в 3500 за такое наполнение и такую титаническую работу. И последний плюс — это наша отечественная игра. За ее создание огромное спасибо Диме Богданову, а за издание — Фабрики игр. Пенумбра — очень крутая, сложная евроигра, которой может гордиться не только Дима, но и все сообщество настольщиков в России в целом. Мне кажется, это прям успех. Клевая, интересная, реиграбельная, стильная, разнообразная, местами новаторская. Короче, суперская. Рекомендую. А также рекомендую поставить лайк, подписаться на канал, написать свой комментарий, заходить там на Бусти, поддерживать магическую школу настольного сюра рублем, гульденом, как сделали вот эти мои прекрасные, любимые волшебники, маги, чаровницы, ведьмочки. Короче, всех люблю, всех целую, спасибо за просмотр, не скучайте, не болейте, играйте сами, играйте с нами. До скорых встреч. Пока-пока! 100 очков Гриффиндору!